это спотыкаются, цепляются. Чего больше оставь голову, а смотри на потолок. Что с коленками у тебя? Быстрее, быстрее, не сидите долго, правый, левый, поперечный, разрушенный. Ну вот ноги выпрямляться должны на дитинку. Носки тянем. А Валя, что ты со шпагатом? Потому что... Плечи. Что ты на ноге на передней сидишь? Назад отходи. Пятку поверни. Плечи назад. Размяли? Спинку подразмите. А ноги же вот так нужно держать, да? Давайте, дай мне вперёд. Да, ты все ноги расставляешь. Вы только для чего вы все эти упражнения делаете? Их применяют? Или нужно как собачки вот это кувыркаться? Один раз Валя, подела перекатики. Не сложиться нужно. А? Я все крит. Все, размялась? Да. Ждем у Вали и начинаем. Руки точнее в стороны. Руки в стороны. И на мышцах, не на коленях. Присела. На мышцах. Приподнимаешься. На мышцах. На мышцах ногу к себе подтягиваешь. Что ты пальцами там делаешь? Боже, работы вагон, просто вагон. Каждый день. И не за счет того, что ты выкручиваешься, а за счет того, что ты выкручиваешься. И собак ты. Видишь, нога куда уходит? Ты видишь, где я стою? Почему на меня? Я нога вот тут должна быть. Разворачиваю. Еще разворачиваю. Нет, тут слишком разворачиваю. Давай, в сторону руку, поехали. Едем. Молодец. И побольше. Дальше делай. Сейчас помогу. Я делаю. Не пальцы, а сама пролей. Давай дальше. Давай, 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 Аврана. Держишься. Шею держи. И ноги постепенно. На мышцах. Ты же востребуешься. То же самое на поперечном. На мышцах не встаем. У нас девочки умели полностью встать друг с поперечного на мышцах. Шею держи, Аврю. Да. Да. Переходишь вперед, переходишь. Давай, пробуй, 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 еще. 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 Смотри, как ты делаешь. Ты, во-первых, поперечно сядь, не трогай. Ты переходишь чуть-чуть вперед, приподнимаешься, а дальше на мышцах тянешься. Садись. Давай. Еще делай. Делай, как делала, ты правильно делала. Просто я тебе показала, как вставать. Давай, давай, давай. Давай, 50 раз. И ты пробуй. Раз, раз. Только на мышцах, не на подскоке, а на мышцах. Я оттолкнулась ногами. Давай, уходи, толчок, выпрями руки. А теперь точно так же. Собрала ноги, раздвинула носки. Это дома нужно делать раз в 10 на тренировку. На
начале, две ножки в конце. Поняла? И раз, спокойно. И закручиваю лапу. Собрать. Ага. Еще уже выбора нет. Вот, давай, давай. Давай. То же самое на левом шнуре. Дальше от лавочки отъедь. Руки в сторону встали. Встали. Разве в сторону. На поперечную. Переходим на правую. Бедро. Полностью бедро заворачиваем. Вот. Обратно на поперечную. На левый. Полностью бедро довернуть. Полностью. Давай раскручивай свои бедра. Еще поперечный. Правый. Не доворачиваешь даже бедро. Поперечный. Левый. Поперечный. Нет. Правильно. Давай, надо выкручивать бедра свои. Так, Стеша, мы работаем. Темповой переворот на одно. Темповой переворот на одно. А теперь пробуй, не приставая, просто. Брандат. Вначале урок, а потом брандат. Понятно? Стало. Слезы выдавливаешь из себя. Выкручивай, просто разворачивай бедро. А так? И сядь на треугольник. Треугольник вот сюда, голова. Крылья сюда. Просто бедро выворачивай сама. Вот. Вот сюда. Да. Тут так. Теперь сюда. Сама выворачивай. А ты выбираешься? Ты меня слышишь вообще? Встала? Давай 10 раз. Меня слышишь? И опустила его. Конечно. Что там еще осталось? Растяжка.